Всем привет, с вами Таричан. Сегодня я буду угощать моего мужа-японца Изуми блинами. Понятное дело, что в японской кухне нет ничего похожего на блины, но это не значит, что блинов в Японии нет совершенно. В Японии можно встретить так называемые крейпы от слова крейп, и они очень тонкие, сделаны из обычной муки, иногда из гречневой муки, большие, и в них всегда заворачивают какую-то начинку, иногда она бывает сладкая, это свежие фрукты, клубника, бананы с разными сливками, кремом или чизкейком. Или они могут быть не сладкие, с салатами. И чаще всего эти крейпы настолько тонкие, что главное в них, конечно же, начинка. Поэтому для японцев, для которых слово крейпы, блины, ассоциируется с чем-то вот таким вот, наши 100 блинчиков, пожаренные на масленицу, в стопочку сложенные, которые мы едим с маслом, с икрой, со сметаной, с сахаром, это культурный шок. Для Изуми сегодня я приготовлю заварные блины, которые совершенно не похожи на блины, которые есть в Японии. К счастью, в Японии нет проблемы найти ингредиенты для блинов. Взбиваю яйца, сахар, соль и молоко в однородную массу и добавляю муку. Добавляю в эту смесь кипяток, и наше тесто для заварных блинов готово. Ну что ж, настал судный час. Первый блин комом. Не зря так говорят. Вика в детстве. Бабушка, как ты руками блины берешь и все это руками переворачиваешь? Вика сейчас. Это вам, конечно, не стопочка из 100 блинов, но вот такие вот блинчики у меня получились. Начинка для блинов будет с мясным фаршем, потому что ничего похожего я здесь не видела. Для этого порезанный лук обжариваю на масле и добавляю фарш. Можно использовать обычный или соевый. Заворачиваем мясной фарш в блинчики. Я еще сыр добавлю. И, конечно же, сладкая начинка. Второй вид блинов у нас будет с творогом. В Японии очень трудно найти творог. Такие два вида – это все, что у нас есть в магазинах. Вот это очень кремовый вид творога. Его используют для десертов, чизкейков. Более соленый творог, но он слишком соленый, поэтому я буду использовать вот этот. Такая баночка в 200 грамм стоит 4 доллара. Я сделаю так называемые налистники с творогом, блюдо моего детства, очень популярное в Украине. Это блины с творожной начинкой, обжаренные на масле. Для этого смешаю творог с сахаром и яйцом, можно еще добавить сухофрукты, как, допустим, изюм или курага. Заворачиваю блинчики и обжариваю на сливочном масле. Прелесть интернациональных отношений. Он не знает, как оно должно выглядеть, поэтому не будет меня за это судить. Хай. О, нанькуре. パイのような。クレープ?クレープか?なんこれ?クレープか?これね。はい。これ食べるの?この時期に。そうね。マスリニッツァっていうお祝いがあるんだけど。マスリニッツァ。マスリニッツァ。マスリニッツァ。冬のお祝いで春夏の始まりを お祝いする祭り節分みたいな家の中でこれを食べるのが祭りそうそうそうそれをいっぱい食べて冬の神様みたいなおもちゃを燃やして春を迎うっていうお祝いがあるんだけどキャンプファイヤーみたいな感じ鬼火だね日本の鬼火日本も炊けくんでそういう感じさて質問なんでこれを冬の終わり、マスニッツァ、夏の夏を迎う時に食べる季節の、あったかくなる時の季節の変わり目ってことだよねそう、なんでこの食べ物これ中身がわかんないんだけど中身は関係ない関係ないんだクレープ、クレープでしょ包むんでしょあ、わかった冬から夏になるってことは気候が暖かくなるってことでしょこのクレープを服を脱ぐみたいな感じにして食べんだこうそうそれを服暖かくなるっていうことになぞらえてなるほどねもう一回だけ違うんだねこれがヒント これ丸こいつがヒントクレープそうクレープ丸形は関係ある そうね
あ、太陽そう。そう、太陽に似てるから、なんか春を向かうっていう。なるほどね。そうね。月っぽいけど。そうね、月でも言えるね。さて、食べてくれ。このクイズ。何この。二種類がある。はい、あ、2種類中身、中身があって、まあ、うん、手前のやつから食べて、うん、切ってもいいし、手で食べてもいいね。あ、どっちがいいの？みんな手で食べていいと思う。手で食べていい、うん、こんな風にして食べるの初めてかも。いただきます。うん、おいしい。ベジタブルミートとバレたのひき肉とチーズですね。うまい。本当にお肉じゃないからちょっと残念な感じだけど、もう大体でも美味しい、ね、肉美味しい、うん、この肉が出てきた時は大体大豆肉なんでうまいね、マジで肉っぽい。うん、超うまい。これサワークリームと一緒に食べるとかも、うん、美味しそう。ないんだよね。ないんだ切らしてた。うん、え、日本でこういうのはない？あんまりないよね。あったかいクレープもあんまりないね。クレープはこういうやつだよね、なんかいっぱい、ね、デザートっぽい感じ、三角に折ってこの生クリームで食べるやつしかないね。そうそうそう。こういうしょっぱいのあんまりないね。これはなんか柔らかい、なんか切ってもいいし。これ、わかった染み出てきてる。あ、でもこれは日本でイメージするやつかも。うん、うまい。おいしい。なんかチーズ？そう、コテージチーズ。うん、うまい。え、意外、意外。なんで？いや、なんか以前コテージチーズ好きじゃないイメージがあるから。そう、美味しい。普通に好きだよ。甘いやつね。超うまいよ。え、これと日本のクレープどっちの方が美味しい？え、俺こっち、こっち、全然、マジでふわふわで美味しいです。よくね。うん、うまいね。っていうのを大量に作って、私今回ちょっと少なめに作っちゃったけど、大量に作って好きな具を食べるの、みんなが。手巻き寿司やなるほどね、確かにそういう感じ。いいね、自分でカスタムできるんでしょ。そうそう、もう甘くしてもしょっぱくしてもチーズだけのせても、砂糖だけのせる人もいれば、なんか蜂蜜とかね。ストイックだね、砂糖。あ、でも意外とあれだね、生地に味しパルシュアイパルシュアイウチンパルシュアイウチンパルシュアイウチンフクスナウチンフクスナセンプリベートスパシーバズパルスモーター。いや、先輩か。センプリベート。はい。センスパシーバズパルスモーター。センパシーバズパルスモーター。先輩か。Нет людей, кому не нравятся блины. Масленица. Масленица. Я люблю. Я люблю масленица. Масленица.